У Беларуси дзейнічае каля 150 комиссий по координации работы по садзейнічанні занятости насельніцтва. У нашем регионе они створены при усіх райвыканкамах, Гомельским гарвыканкаме и администрациях областного центра. За комиссиями замацоўваецца адказнасць за працу с людьми. Подыходзіць до проблем неформально, знаходзіць подыход до кожнага, кто звернулся по допомогу альбо трапіў у непростую ситуацию. Калі человек не может знайсці працу по специальности, ему будет пропоновано атрымать новую профессию. При этом працаўладкавацца можно как на існуючых, так и новых працоўных местах. Сёлета в Гомельской области гэтая лічба складе каля 7 тысяч. А прача того, у беспрацоўных есть магчимость открыть свой бизнес. У гэтым годзе для початку прадпрымальніцкай деятельности плануется выдать каля 400 субсидий. Об режиме работы комиссии можно доведаться на сайтах выканаўчых комитетов.